Результат теста с бенчмарка, опубликованный Galaxy Club, показывает некоторые спецификации еще не анонсированного Galaxy A72. Новое устройство Samsung, обозначенное номером модели SMA725F, оснащено системой Qualcomm Snapdragon 720G. Это означает, что мы наблюдаем странную ситуацию, когда новый смартфон выходит на более старом чипе, чем его предшественник. Galaxy A71, напомню, дебютировал на Snapdragon 730G. Между тем, A725G, скорее всего, будет оснащен кремнием Snapdragon 750G. Нет никаких указаний на то, что A72, как и A52, будет иметь конфигурацию на Exynos, и все модели будут на Snapdragon. Помимо этого, Galaxy A72 4G будет иметь 8 ГБ оперативной памяти, как и 5G версия. Ожидается, что следующее поколение серии Galaxy A будет выпущено в начале следующего месяца.